На справедливой освободительной войне героем может стать каждый, кто честно воюет за Отечество и делает все для того, чтобы привести страну к победе. Одним из таких героев стал Атамали Мусаоглу Сеймамед Оглу, герой Второй Карабахской войны. Родился 5 марта 1995 года в поселке Лагбатан Гарадасского района. В 2016 году окончил вуз, а затем был призван на военную службу. В сентябре 2020 года записался в добровольную мобилизацию во время тулусских боев. На фронт он отправился 28 сентября. Атамали участвовал в боевых действиях в направлении Кельбаджаря, а после вступил в бой в направлении Агдаре. Освободил 7 больших высот. Помогая раненому товарищу во время битвы, он попал под снайперскую пулю. Пуля попала прямо в сердце. Похоронен Атамали на аллее шахидов. 16 октября после его смерти награжден государственными медалями за родину и за освобождение Сугавшан. Был женат в 2018 году. У него родилась дочь по имени Гюль. Хош нефес баҳарин кулаклар иди, ачилган ағбада чичаклар иди. Инди онлардыма солан айрылык, 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 аман айрылык. Мене зулм эледи, яман айрылык, 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 аман айрылык. Мене зулм эледи, яман айрылык. Нефес баҳарин кулаклар иди, ачилган ағбада чичаклар иди. Инди онлардыма солан айрылык, 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 аман айрылык. Мене зулм эледи, яман айрылык, 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 аман айрылык. Мене зулм эледи, яман айрылык. Кыйды достларын бахар элине, мехрибан сөзіне, ширин диліне. Жананын сазыны алып әліне, әғияр мизрабыйла чалан айрылы. Мән көрәнде орда яз сәриді, хош нефес баҳарын кулаклар иди. Мен көрәнде орда яз сәриді. Здесь оттепель, а здесь мука. Ты, надеюсь, будешь хорошо учиться. Будешь достойным, хорошим мальчиком. И будешь присматривать за мной, когда я постарею. Мен ки доймамыштым Эч мисалынадан, мене зүлм эйледи, яман айрылык. На оларды бир гүн,
durup yuhudan göreydim ki o yalan ayrılır. Ben görende orada yaz seriydi, hoş nefes baharın külekleriydi. Нашим павшим воинам, молодым людям, мы никогда не сможем отплатить вам за то, что вы сделали для нас и будущего наших детей. Вы стали героями для 10 миллионов людей Азербайджанской республики. С этого момента мы будем рассказывать своим детям, внукам и следующим поколениям о жертвах, которые вы принесли для защиты нашей страны и нашего спокойствия. Вы подарили нам освобождение, вы пожертвовали своими жизнями для нас, для защиты семей своих, родных и друзей, для восстановления территориальной целостности своей горячо любимой страны. Наши павшие герои отдали свои жизни за будущее, в которое они верят. Они отдали жизни за Азербайджан. Отныне и всегда мы будем помнить вас, будем называть ваши имена, превозносить ваши подвиги, ваши жертвы, ваш патриотизм, вашу любовь и преданность. Каждое ваше имя будет навеки высечено в наших сердцах. Аллах сизе рахмет эйлесин. Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Mənim xəyallarım var. Mənim öz dünyam vardı. Şəhid oldum, yerim gözəldi, təki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən sağ olsun İlahi, əsgərlərimizi qoru Vətən sağ olsun Məni çox deyiləcək Sözlərim vardı Ürəyimdə qaldı Mübarək olsun Vətən sağ olsun Vətən